представьте группу клоунов, которые едут на велосипедах и врезаются в вашу дверь. Вы на все это смотрите, открываете дверь и заходите в коридор. В коридоре стоит синий говорящий конь. Что вы употребляли, а? Нет, 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 слушайте, Евгений. Хотите, начните с меня, чтобы далеко не ходить? Нет. Не хотите? Не хочу. Скажи, пожалуйста, а ты много играешь в игрушки или ты все время учишься? Я не знаю. Да ладно, это элементарно. Да ладно. Да. Ника, мы абсолютно уверены, что у тебя огромное чудесное будущее. Ты удивительный человек. Да. Конечно.